с тем, что внедряется разного рода нейродная инфекция в область гланд, миндалин, да? Вот, и, значит, она там сидит, это, с ней борется наша иммунная система. Как только, значит, применяется антибиотик, вот эта вся зараза бактериальная и вирусная, она уходит в такие места, где обмен веществ слаб. Куда? То есть антибиотик и противовирусные препараты не могут пролезть. Пониженный обмен веществ, как правило, у нас в соединительной ткани. Ткань – это суставная. То есть они туда залазят, в эту суставную ткань. Антибиотик не может туда добраться, потому что обмена веществ не хватает для того, чтобы они проникнули. Зато эти бактерии легко и просто туда проникают. И они там начинают размножаться путем деления. Начинают, значит, делиться, разрыхляют вот эту вот ткань, и возникают вот эти вот боли, опухания именно сустав. Поэтому старайтесь антибиотики не применять. Лучше всего, значит, действовать так вот, чтобы вы обязательно пропотели. Как только человек пропотевает, значит, вот эта вот инфекция, она выходит с потом. А вот эти все антибиотики и прочие аппараты, препараты, они ее загоняют внутрь, вглубь, где она клеит и начинает разрушать, будем говорить, ангины нету, простуды нету, а зато суставы, сердце начинает разваливаться. Вот такие-то дела. Спасибо, Геннадий Петрович. Люся, скажи спасибо. Смотри сюда, сестре говори.